кабачки. Добрый день, меня зовут Валентина, и сегодня мы будем готовить чебурек из кабачка, вот такого зеленого. Что для этого нужно? Кабачок 1 штук, 2 яйца куриных, 2 головки лука, 2 чесночка, овсяные хлопья 100 грамм, 100 грамм сметаны, можно и молоко добавить, фарш 150-200 грамм, зелень, перец, соль по вкусу и масло растительное для жарки. Давайте готовить. Чистим наш кабачок. Кабачок мы натерли на терке и сюда же добавляем 2 зубчика чеснока. Перекладываем мы в чашу и перемешиваем. Переложили и перемешаем. Осенний цукини не дает такого же сока, как видите. Вот он. Так что отжимать не обязательно. Все, перемешали. Добавляем соль по вкусу. Перец также самое по вкусу. Ну, пол чайной ложечки. 2 яйца. Зелень. Сметану. Хлопья. И все тщательно перемешаем. Пока мы будем готовить фарш, наши хлопья эти немножко разбухнут. Это нам и нужно. Если будет лишний вот этот набираться сок, мы его немножко выльем. Поджариваем наш фарш с луком. Поджарили мы фарш, добавляем лук. Поджариваем фарш вместе с лучком. Фарш мы выкладываем в тарелочку, вот, а в этой сковородке мы начинаем выпекать наши блинчики. В фарш добавляем зелень и перемешиваем. Перемешали и смотрим наше тесто с блинчиков. Видите, у меня здесь сока практически нет. Если у кого есть сок, именно с кабачка, вы можете его сцедить. У меня хлопья, весь сок этот кабачковый забрали. Вот как видите, тесто вот такое вот получилось. Будем сейчас выпекать. Наливаем на сковородку масло. И выкладываем наше тесто. Наверх вот так вот фарш. Берем сотейник, наливаем масло, выкладываем наши чебуреки в сотейник. Трем сыр. У нас лишний получился блинок, мы его кладем наверх. Накрываем крышкой и ставим тушиться на 15 минут. Вот такие у нас получились чебуреки. Сочные, вкусные. Кому понравился наш рецепт, ставьте лайки, комментируйте. Я буду всем довольна и рада. Спасибо за просмотр.